Хорошо. А давай с этим дракошкой сразимся. Получится, нет? Так, давай-ка вот так. Солдатика выпускаем. Нашего монстрика. Нет, смотри, тяжело, 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 конечно же. Нет. Не смогли мы его, конечно, уничтожить, потому что... Так, знаешь, что я хотел? Я хотел еще попробовать сразиться. Где у нас вот здесь? Замок есть 50. А, вот, смотри, 10. 10. Нормально, с этого я сейчас завоюю. Нормально, легко. Угу. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про замка, про замок. Так, а ну у нас, смотри, я тут не увидел, у нас открыли тут еще дракона какого-то, да? А он стоит непонятно чего, 200, грин дракон, зеленый дракон. Мы его открыли, да, или нет? Батл. Это, короче, можно с драконом воевать, прикинь, алло, он нас уничтожил, офигеть, да ну. Еще раз, батл. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, давай его быстренько поджарим, наших вот этих всех. Все, что у нас имеется, давай. Давай попробуем его уничтожить, грин дракон. Офигеть, нифига себе, какой он сильный, ребята. Дракошка. Да, уничтожил. Еще раз, я хочу еще раз попробовать. Попробуем еще раз. Не знаю. Офигеть, офигеть, офигеть. Давайте всякие штуки выпустим. Все, что у нас есть. Все, что у нас есть. Ребята, нифига себе. Какой дракон, а? Да. Но он жарит конкретно. Да, с дракончиком мы не справились. Ладненько. Давай улучшим нашу вот эту вот когтистую руку. Так, раз, два. Вот два раза. Не знаю, что тут получится. И лучников наших увеличим. Да. Все, поехали в бой. Поехали в бой. Так, отправляется наш солдатик, который вот мочит всех этих зомбарей. О, давай, 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 работай. Улучшим даже, увеличим скорость. О, нормально. Так, солдатики пошли. Да, солдатик, короче, нужно, когда уже впритык их запускать, потому что смысла большого нет. Их сейчас так запускать, потому что они пока дойдут, они уже все умрут. Так, ну неплохо, в принципе, неплохо. Ой, сколько вас, смотри. Эти бегут. Чудики. Ну все, мы их уничтожили. Нормально. Отправляемся дальше. Вот, бегом, бегом бежит наш солдатик. Так, давай, молнии сразу. Солдатов этих впускаем. И нашего мощного главарчика, нашего монстра. Неплохо. Ух ты, смотри, а наши вот эти лучники, смотри, я вижу. Четыре лучника стали какие-то с шапочкой, прикинь. Вон оно что. Мы все-таки улучшаем. И они даже меняют вид свой. А ну-ка, сейчас попробуем. А, вот как. Каждый этот самый получает по шапочке. Это, конечно, дорого будет стоить всех шапочки одеть, а? Ха-ха-ха-ха, нифига себе. Да. Это все недешево. Так, этот чувак сколько стоит? 10 тысяч. 10 тысяч мы его можем прокачать. Ладненько отправим. А, этот, этого мы можем прокачивать, да? А, типа мы можем следующего покупать. Либо ему прокачать, либо его прокачивать можно тоже. Фига себе. Ладненько, ладненько. Отправляемся туда. А может попробуем... Ну ладно, мы потом попробуем на карту зайти. И на карте попробуем кого-нибудь победить. Не знаю, получится это или нет. Но смотри, если я не буду ничего добавлять, никаких спецэффектов, получится мне выиграть вот просто так вот, да? Включил и ждем. Так, сколько мы заработали? Уже 10 тысяч, нормально. Хорошо, мы зарабатываем побольше, там 65 монеток, я смотрю. Подожди. 72, 60. О! Так, нормально. Солдаты, солдафоны пошли. Монстр наш пошел, он двигается-то быстро. Ну, в принципе, мы победили их всех. Что это? Нормально. Хорошо. Давай улучшим вот этого нашего дядечку, который приносит нам денег. Так, сколько у нас будет? 14? 15,5%? Да, нормально. И у нас тут еще вот наше сердечко. Здесь тоже мы, давай, денежку прокачаем. Вот. Хорошо. Отправляемся в бой. Угу. Давай на второй скорости, конечно же.
Монстрики, зомбаки, видишь? Бегу, смотри, подожди, алло, а чего вы так прям к моему замку так подходите близко? Это нехорошо. Это нехорошо, ребята. Давайте мы вас немножечко поджарим электрикой. Так, ну, в принципе, все, мы их победили. А, смотри, подожди, стоп. Алёшка, это какой-то босс пришел. Нифига себе, давай быстренько его сейчас загасим электрошокером. Во. Виктория, победа, отлично. А сколько у нас? 17 тысяч. 17 тысяч у нас всего. Так, эти ребятки у нас работают. Сколько здесь что стоит? 200 тысяч маркет. А что нам маркет дает, а? Больше, как, менять кристаллы на золото. Хорошо. Такая вот эта лаборатория что дает? Так, что-то там какого... создавать монстров каких-то мы можем. А парикмахерская что нам дает? Тоже типа как увеличивать уровень нашего. А вот это что дает? Мы можем крафтить какие-то штуки. Давай купим. Так, а ну-ка, еще там можно крафтить. Так, а ну-ка, давай посмотрим. Эстон, камень какой-то. Так, это что такое у нас? А, типа ты покупай, да? Ну, давай скрафтим вот эту штуку, денег. Так, а у вас нету такого... А, камня нет. А, типа 25 камней, ты получаешь 100 монет. 100 монет. Так, ну давай попробуем тогда... Ну давай одного отправим, пускай кристаллы добывает. Так, смотри, эти 13 добывают, да? А где этот получается? Темный металл. Сейчас он темный металл принесет. Пока, эти пока золото добывают. Так, золото, видишь, тащит. Так, а это, вот это темный металл несет. Сколько он темного металла принесет? Непонятно. Сколько у нас есть темного металла? У нас есть один темный металл. Так, сел. 10? Так, невыгодно, ребята. Темный металл невыгодно добывать. Так. А, вот, ну смотри, их можем покупать. Нет, ну смотри, мы купили чуваков, которые у нас будут работать, приносить золото. 31 приносит, прикинь. А зачем тогда нам добывать этот темный минерал, который нам вообще мало чего приносит? Так, а ну-ка, чувак. Давай мы тебя поставим тоже на золото. Все, ты будешь добывать золото у нас. Хорошо, пусть добывает он. Пускай все добывают золото. Здесь мы можем поставить маркет. Ну ладно, мы это потом тоже будем все ставить. Пускай, ладно, стоит. Потратили все алмазы, конечно же. Ну ничего страшного. Поехали в бой. Угу. Поехали в бой. Нам нужно 10 тысяч хотя бы, как минимум. 10 тысяч. Мы купим еще какого-нибудь солдатика, пусть приносит там тоже деньги. Неплохо, неплохо, если прям реально это будет. Такая возможность еще купить. То мы купим. Пускай приносит там денег. Так, мы зарабатываем-то не сильно и много. 10 тысяч, что это? Что это за деньги-то? 10 тысяч. 13, а хоть и 13 тысяч. Так, отправляемся дальше. Попробуем купить еще одного чувака. А, типа надо сразиться еще с боссом. 7 уровень. Хорошо. Хорошо. Не добавили. Тогда давай. А вот это сколько у нас стоит? 18 тысяч. Тоже денег нету. Так, а вот этот чувак сколько у нас приносит? Так, 12 тысяч. Хорошо, мы его покупаем. 17%. Отправляемся в бой. Давайте сразимся. Так, а что-то... Так у нас. Это типа что-то купить можно. Да, кристаллы я все потратил, блин. На какую-то фигню. Ладно, играем дальше. Сколько сейчас мы заработаем? Ну, 1012 должны поднять. Так, давай, ну, в принципе, давай монстра нашего выпустим. Пускай сражается. Хорошо, и сейчас... Ой-о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 й. Сейчас солдатиков надо выпускать. Нет, смотри, мы справились. Справились, но солдатика все равно выпущу на всякий случай. Все, победа. Хорошо. А давай с этим дракошкой сразимся.
Получится, нет? Так, давай-ка вот так. Солдатика выпускаем. Нашего монстрика. Нет, смотри, тяжело, 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 конечно же. Нет. Не смогли мы его, конечно, уничтожить, потому что... Так, знаешь, что я хотел? Я хотел еще попробовать сразиться. Где у нас вот здесь? Замок есть 50. А, вот, смотри, 10. 10. Нормально, с этого я сейчас завоюю. Нормально, легко. Угу. Этого прям я должен нормально... О, нифига, почему же я не видел-то этого, десяточку-то эту? Сейчас мы его завоюем. Вот, все, уничтожили. А, develop. Так, develop. Так, gold. А, в смысле, мы даже... Он, это наш замок будет, и нам будет каждые 60 секунд приносить 410 монет. Я не знаю, 60 секунд? Да, 60 секунд, 400 монет. А, вот мы можем раскрутить уже 400 монет. 422 монеты. А, это типа мы улучшаем его? Так, а что у нас тут? Ух ты, смотри, мы его раскрутили. Мы улучшили. Вот, смотри, это теперь наш замок, который нам через каждые 60 секунд приносит чуть ли не 500. 500 денег. Офигеть, смотри-ка. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Это очень хорошо, смотри, нифига себе. Так, а что тут еще можно улучшить? Ну, смотри, а что у нас тут есть по десятке? По десятке у нас тут ничего нету, да? Нету. Все какие-то мощные, мощные. Вот полтос мы еще можем попробовать завоевать. Не знаю, завоюем мы его или нет. У нас, в принципе, добавился вот этот чувак. Так, давай-ка мы сейчас вот этот будем. Может быть, может быть. Не знаю, конечно же, не знаю. Но сейчас попробуем. Может быть, мы завоюем еще вот этот замок. Если завоюем его, это вообще будет нам нормально. Такие деньги у нас будут приносить. Круто. У нас же улучшенные лучники. Давайте, лучники, работайте. Это прям неплохо, неплохо. Слушай. Давай, солдатик, работай. Давайте, помогу немножечко вот здесь вот так. О, мы сейчас завоюем кастл, прикинь. Да, натуре кастл завоюем. Офигеть, да, уничтожили, ребята, круто, круто, победа. Так, занимаем место. Так, давай его, 690 монет, офигеть. 700 монет, офигеть. Давай, давай его улучшим. А, все, что ли, что это такое за... No emotion gold. А, не хватает золота. Да какого тебе золота, у меня ж много золота. Ладно, смотри, у нас это поселение будет приносить 750 монет. А это 480. Итого 1000 монет каждую минуту. Офигеть. Ну, их, мне кажется, могут еще завоевать. Поэтому нам нужно будет их развивать. Вот еще, смотри, тридцаточка. Тридцаточка. Всего лишь тридцаточка. Мы полтос завоевали, прикинь. А тут тридцаточка. Сейчас мы его уничтожим, этот замок. Нормально, нормально. Прям хорошо. Мы три замка. Если мы сейчас его завоюем, у нас три замка будут завоеваны, прикинь. Офигеть. Это круто. Да, на туре мы его завоевали. Офигеть, три замка за игру. Так, давай улучшаем сразу поселение. Так, 500 монет, офигеть, и все, кончились у нас монет. Ну, нормально, смотри, у нас три поселения. Три поселения. Так, а ну-ка, полтинники мы берем. Так, ну больше полтинников, я смотрю, здесь на карте нет, к сожалению, вообще нет на карте. Ага. Ой, тут какие-то вообще сильные прям. 20 тысяч, я не знаю, как это завоевывать вообще, 20 тысяч. Ну, такая-то другая фракция, смотри, видишь? Тут разные фракции. Желтенькие, розовенькие, так. А моя где? А, вот мои беленькие, получается. Ну, это красные завоевывать, потому что их так не сложно. Вот, смотри, 70. 70, да? Ну, не знаю, 70 мы одолеем, наверное, вряд ли. Ну, попробовать можно. Вдруг мы там завоюем его, слушай, алло. Так, давайте сразу все, что у нас есть. Вся сила. Давай, уничтожаем. Да, если мы его завоюем, это будет вообще ништяк. Так, хорошо. Хорошо. Так, давай даже на вторую скорость поставим. Вот, неплохо, неплохо. Так, крестьяне бегут. Ничего страшного, сейчас мы будем отвоевывать. Блин, если мы его завоюем, то нифига себе. Четыре замка. Четыре замка на карте отвоевать. Это прикольно. Так, давай сразу
У нас добавилась мана здесь немножечко. Так, солдатики, солдатики. О, нормально. Так, давай-ка этого сейчас. На волшебник не хватает денег. А, нет, есть хотела. Давай сразу. Что-то мы там добавили, не знаю. Кто у нас тут еще? Алло. Так, все, у нас не хватает. А, видишь, у нас солдатик вот этот. Дядечка наш. Он молодец, с ними сражается. Все, мы уничтожили. Офигеть, 4 замка. Да как так? Все, улучшаем поселение. О! Нормально, смотри, сколько у нас тут. Раз, два, три, четыре поселения мы завоевали. Круто. Все, теперь главное. Главное, вот эти вот поселения. Поселения. Нам нужно, чтобы они держались. Не умирали. Никто их не завоевал. Их нужно защищать. Ну что ж, круто. А это что такое? 1000. Нет, это типа на острове. Ладно. Вот этот вот мир. Хорошо, дорогие друзья. Прикольно. Прикольно, нам нормально будет сейчас приносить денег. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.